Ближе к синей линии. Салминен в полном составе казанцы. Бабчук бросает. Гарипов справляется с этим броском. И выход в 1-0. Медведев! И обыгрывает Евгений Медведев. И делает это как заправский нападающий. 3-0. Отличный момент. Длинной передачи в среднюю зону. Уже за спину защитнику Бабчуку. И здесь выход 1-1 с Касутиным, который... Медведев. Ты оцени, Саша, оцени, как Медведев руками отработал. Да, согласен. Во всяком случае, в серию послематчевых буллитов, в рассмотрение на серию послематчевых буллитов свою заявку оставил. Очень весомую заявку, я бы сказал.